Инфостоматология. Сделаем мир светлее. Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Ремонт завершен. Терапевтическое отделение 10-й больницы вновь встречает пациентов. Число наркоманов не снижается. Почему начинают употреблять и как избавиться от зависимости? Награда за смелость. В рязанских больницах появилась коробка храбрости. С любовью к маме. Рязанкам провели скрининговый осмотр. Ремонт терапевтического отделения завершен. Уже 19 ноября палаты больницы номер 10 вновь наполнились людьми. Напомним, что капитальный ремонт отделения здесь провели впервые с 1972 года. В преддверии открытия его посетила наша съемочная группа. Светлые коридоры и обновленные палаты. В терапевтическом отделении городской клинической больницы номер 10 закончился ремонт. Его провели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость составила 3,6 миллиона рублей. Средства выделили из бюджета Рязанской области. 21 палата, это один этаж, 21 палата, ординаторская, сантехнические комнаты на двух постах, сестринская, кабинет осмотра пациентов, процедурный, манипуляционный, ну и вспомогательное помещение. Был закуплен мягкий инвентарь, то есть это тумбочки, столы, стулья, также обновлены матрасы, подушки, одеяла, ну и постельные принадлежности. Также были увеличены дверные проемы для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Появилась и полка с книгами. Освещение в палатах решили сделать индивидуальным, чтобы в вечернее время пациенты не мешали друг другу. Напомним, что в отделении 45 коек круглосуточного стационара и 14 дневного пребывания. Терапевтических отделений в городе всего два, вот такого общего профиля, где проходит лечение пациента и с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхолегочной системы. Значит, поэтому отделение не прекращало свою работу. Пациенты были размещены в палатах других отделений, поскольку бригада скорой помощи ежедневно нам привозит пациентов, поэтому работа не останавливалась ни на час. Стоит отметить, что больница номер 10 многопрофильная. Она включает в себя стационар, поликлинику, родильный дом и детский блок. Основное здание стационара было построено в 1972 году. В нем находятся 4 отделения – неврологическое, гинекологическое, отделение гериатрии и терапевтическое. Оно ежегодно принимает более 1600 пациентов. Ну, небо и земля, конечно. Сейчас действительно светлые палаты с новыми сантехническими раковинами, там подушки новые, матрасы новые. Ну, все, в общем-то, замечательно. Мне очень понравился. Я прям рано легла на первый этаж, а можно было бы чуть попозже, чтобы сразу попасть в хорошее отделение, в чистое, уютное. Врачи отмечают, что это первый капитальный ремонт отделения со дня его основания. Однако реконструкция затрагивает не только его. В завершающей стадии находится ремонт поликлиники номер 10, а также стартовые работы в отделении неврологии. Общая стоимость составила более 20 миллионов рублей. Число наркоманов среди детей не снижается. Они составляют почти 60% от общего количества людей, поставленных на учет впервые. Это около 5,5 тысяч подростков по всей стране. Почему уже в юном возрасте люди начинают употреблять наркотики и как им помочь справиться с зависимостью, расскажем далее. Андрей Макаров уже несколько месяцев находится на реабилитации в областном наркологическом диспансере. Он посещает индивидуальную и групповую терапию, выполняет назначение врача и ходит в спортзал. После реабилитации он надеется устроиться на работу. У меня осталась мама больная, на которую я в употреблении плевал. То есть я считал, что я только вред приношу себе, никому другому, ни сестре, ни племяннику, который растет на моих глазах и видит то, что мое измененное состояние, что я неправильно веду себя, мне сейчас, признав это, я понимаю то, что я снял с себя это напряжение, я сейчас живу более-менее здоровой в жизни. Андрей с 14 лет употреблял алкоголь, потом перешел на наркотики, 3 раза попадал в тюрьму, сидел в общей сложности 7 лет. Больше всего сожалеет о том, что нарушил отношения с близкими ему людьми. Сейчас, находясь на выздоровлении, он поставил для себя новые цели в жизни. Показать себя с хорошей стороны и тем людям, кому я навредил, это в первую очередь моя цель и задача. Ну, а также, конечно, найти нормальную работу, работать, быть нормальной ячейкой общества. Многие из тех, кто находится на реабилитации в областном наркологическом диспансере и перестал употреблять наркотики и алкоголь, как Андрей Макаров, надеются, что их жизнь изменится в лучшую сторону. А для того, чтобы все получилось, говорят врачи, нужна самодисциплина. И сейчас мы каждого пациента пытаемся на
наладить ему жизнь уже после того выхода из нашего учреждения, и поэтому взаимодействуем с центром занятости и приглашаем специалистов сюда, проводим совместные семинары. Наша задача как врачей сейчас основное, чтобы этих людей, помимо проведения дезинтоксикационных, неотложных мероприятий, после этого провести им полноценное реабилитационное мероприятие и вернуть его в нормальную жизнь. Надо отметить, что после стационара взаимодействие врачей Рязанского наркологического диспансера и пациентов продолжается. Люди, проходившие реабилитацию здесь, всегда могут обратиться сюда за советом и помощью амбулаторно. Некоторые после выздоровления решают работать в диспансере волонтерами в группе анонимных алкоголиков и наркоманов. Они помогают преодолеть проблемы другим, делясь своим опытом. Всемирный день ребенка и врача-педиатра отметили 20 ноября. Эти праздники неразрывно связаны. Как стать хорошим специалистом и что самое главное при лечении болезней у юных пациентов, узнала наша съемочная группа. Мечтала стать врачом с детства. Выбор профессии Анастасия Вулих сделала после того, как еще ребенком попала в ОДКБ. Она лежала в том самом отделении, где сейчас сама лечит пациентов, а ее врач теперь коллега и наставник. У нас узкопрофильное отделение, тут заболевания дыхательной системы рассматриваются, то есть лечатся, и аллергические заболевания. Ну, как правило, это бронхиальная астма, пневмония, бронхиты затяжные или рецидивирующие, крапивницы, отеки клиники. Анастасия Вулих – молодой специалист. Девушка работает педиатром в областной детской клинической больнице 3 года. Здесь же она проходила интернатуру. Первого пациента вспоминает с особым трепетом. Он поступил с вирусной инфекцией. Осознание, что я врач и что я несу ответственность самостоятельно и отвечаю за этого ребенка, конечно, было очень волнительно. Правильно надо было подобрать слова для мамы, чтобы она все поняла и объяснить, чтобы не волновалась. То есть самое главное еще успокоить же родителей, потому что если присутствует момент волнения, и лечение иногда может быть не совсем верным тактически. Девушка признается, что в это время года всплеск пациентов. Заняты 35 коек из 38. Это дневной стационар. Дети находятся в отделении круглосуточно. Причем работать приходится с абсолютно разными возрастами. От 3 месяцев до 17 лет. Если мы говорим про астму, да, то есть это хроническое заболевание, здесь нужно добиться стабилизации. Научить родителей этого заболевания принимать, научиться с ним жить. Понять, что да, оно хроническое, но оно хорошо управляемое. Что касается пневмонии и аллергических реакций, достаточно благодарные заболевания в плане лечения. То есть их, если правильно подобран терапии, они достаточно хорошо вылечиваются. Анастасия отмечает, что залог успеха в отзывчивости и профессионализме. Повышением квалификации она занимается регулярно в рамках системы непрерывного образования, а по сложным случаям не стесняется обращаться к коллегам. Ведь главное – здоровье ребенка и возможность как можно быстрее помочь справиться с болезнью. Награда за смелость. В областной детской клинической больнице появилась коробка храбрости. Выходя из процедурного кабинета, любой ребенок может выбрать из нее случайный подарок. Маленький Илья лечится в областной детской клинической больнице. Приходить к врачам он не любит, ведь процедуры – дело болезненное. То кровь на анализ возьмут, то сделают клизму. Уколы больше всего мы боимся, мы уже знаем, где их делают. Обходим стороной. Когда нет необходимости. На помощь ему и другим детям пришли волонтеры. Они установили в больнице коробку храбрости. Каждый ребенок после сложных и болезненных процедур может выбрать из нее случайный подарок. Это наборы для творчества, игрушки, книги, пазлы, раскраски, сладости и многое другое. Подарки абсолютно разные. Они рассчитаны как на мальчиков, так и девочек всех возрастов. Получив маленький подарок в качестве вознаграждения за боль, ребенок легче переносят все тяготы болезни. Родители успокаиваются, видя, как успокаиваются их дети, играя в игрушки. Стоит отметить, что инициатором акции стал Центр поддержки гражданских инициатив совместно с благотворительным фондом «Да, добро». Подарки собирали в торговых центрах. Опустить их в коробку могли все неравнодушные рязанцы. Акция «С любовью к маме» прошла в областной клинической больнице. В рамках нее можно было сделать скрининговое обследование, а также выявить факторы риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Она призвана напомнить рязанкам о необходимости профилактических обследований. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания – самые распространенные причины смертности в стране. Главное средство борьбы с ними – это профилактика. Именно регулярные осмотры помогают врачам увидеть первые признаки проявления болезни еще до того, как появятся негативные симптомы.
симптомы. Для этого в областной клинической больнице провели акцию «С любовью к маме». В рамках нее профилактический осмотр могли пройти все женщины. Самые элементарные анализы – это несколько анализов крови, глюкоза крови, тест на холестерин, мазок шейки матки, маммография. То есть это профилактика инсульта, инфаркта с одной стороны и болезней, злокачественных болезней репродуктивной женской системы с другой. На осмотр врачи рекомендовали прийти дочерям вместе с мамами. Ведь именно семейный подход помогает не откладывать заботу о здоровье в долгий ящик. Юлия пришла сразу с двумя мамами, родной и крестной. Они у меня замечательные, милые. И, безусловно, я беспокоюсь об их здоровье и стараюсь следить непосредственно за состоянием их здоровья, за их питанием и, соответственно, проходить ежегодное обследование. Осмотр занимает около 30 минут. Пройти его можно было бесплатно по полису ОМС. Акцию приурочили к Международному дню матери, который ежегодно отмечают 24 ноября. Мама с дочкой знает, что в 18 лет берутся мазки на атипичные клетки. И вдруг это легко лечится, безвозвратно. На раковые клетки, на атипичные клетки, на раковые клетки. Выявление рака шейки матки. Также участницам акции выдали листовки с напоминаниями, рассказали об особенностях диетического питания и правильном рационе, выдали памятки по самодиагностике молочных желез и действиях при повышенном холестерине. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире!